Всем привет! Еще одно короткое видео. Меняем участок дорожки пешеходной от Белисского и до Центральной площади. Вот эта дорожка, она не длинная, но ей пользуется очень много людей. Она сейчас такая ступенчатая, мы же делаем пандус, плавный уклон. Теперь всем, кто на велосипедах, на колясках, будет значительно удобнее, чем сейчас. Ну и естественно, она будет уже с нормальной тротуарной плитки. Это будет плитка из белого цемента с темными бордюрами. Будет так достаточно контрастно и красиво. Вообще, у нас такой концепт. Все, что подходит или в районе нашей центральной площади, вот с нашими белыми фасадами, будем делать с белой плитки. А эти плиты уйдут куда-то во внутриквартальные дорожки, там, где их либо вообще нет, либо они уже в хлам изломаны. Все, работаем. Посередине положили, Слава. Наконец-то пошла работа по дорожкам. Вот и новая дорожка. Все готово. Еще, конечно, осталось так прибрать мусор, подмести. Эти плиты бывшие пойдут на другие дорожки, которые надо по протопам древним проложить, здесь же в Белисском. Но, в принципе, уже можно понять, как это будет выглядеть. Белая, аккуратная, опрятная, ровная дорожка. Так это выглядит с другой стороны дорожки. Везде мы вышли в ноль. Никаких уступов, никаких перепадов. Теперь удобно с колясками, на велосипедах, на самокатах. Плитка без фаски. Все так очень гладенько. Гладенько касаемо больших перепадов. А зацепистость все-таки есть. Плитка достаточно фактурная. Ну и, конечно, со временем вот здесь вот вырастет травка. Мы нормально подцепим грунт, и будет все красиво. Зелененькая травка подойдет к нашей белой дорожке. На следующий год будет уже красиво. Возможно, сейчас это может выглядеть как какое-то инородное тело, такая яркая белая дорожка, но надо смотреть на перспективу, на будущее. Нам надо идти по пути полной замены асфальтированного тротуара на плитку. И тогда в будущем это все будет органично. Потому что асфальт на тротуарах — это просто не технологично. Это зачастую выглядит именно вот так. Где-то проваливается, где-то начинает расти трава, он не ремонтопригоден, в том плане, что любую латку потом видно, и как-то замаскировать ее по-человечески невозможно. Плитка в этом плане очень хороша. Надо что-то, разобрали, починили, сложили обратно. Сегодня я с главным тестировщиком, со своим сыном. Стой! Скажи, Дамир, скажи Сергею Леонидовичу спасибо за дорожку. Спасибо за дорожку. Пап, давай еще! Оказалось, есть часть людей, которые думают, что здесь стало им менее удобно. Якобы были ступеньки, и было не так скользко. Так вот, на самом деле, при тех ступеньках, что были, уклон все равно присутствовал. Он и так есть уклон, и так. Сейчас уклон в пределах норм, и никаких особых таких сложностей с подъемом ни у кого не должно возникнуть. Причем сегодня была такая анекдотичная история. Мы здесь стояли, я, Шершень Сергей Леонидович, Елена Радченко, и мы здесь беседовали по поводу этой дорожки в том числе и вообще по другим работам. Так вот, шла женщина в одну сторону по дорожке и высказала опасение, что теперь будет очень скользко. Что же я здесь буду делать зимой? Мы как могли объяснили ей, что зря она так преждевременно переживает, что уклон в пределах норм, плитка не скользкая. Только она отошла, и с другой стороны идет женщина примерно того же возраста. И наоборот говорит: спасибо вам большое, что теперь здесь не надо прыгать по ступенькам, можно спокойно пройти с коляской, все стало ровненько и комфортно. Вот такое наглядная такая иллюстрация, что не бывает абсолютно идеальных проектов, хороших для всех. Все, пока.